Сегодня вы станете частью большой и дружной семьи Ленинского структурного подразделения профессионального колледжа Московия. Эту студенческую семью в новом учебном году пополнили 270 человек. Бывшие школьники в будущем станут юристами, поварами, механиками и другими специалистами. Однако сейчас, как принято считать, начался лучший период в их жизни – студенчество. По сравнению со школьной программой, здесь уже происходит становление ребят как профессионалов. Им это более интересно, чем только теоретическое обучение. Многие из поступивших намеренно выбирают обучение в колледже. Настя Грушевская пошла учиться сервису на воздушном транспорте. Девушке эта профессия по душе, да и атмосфера колледжа ей оказалась близка. Поступив на первый курс, я поняла, что здесь намного лучше, чем в школе. Совершенно другие преподаватели, другие ученики. И ты учишься на ту сферу деятельности, которая тебе нужна. В этот день первокурсники блистали не знаниями, а талантами, которых у новоиспеченных студентов оказалось довольно много. Артур Степанян учится на повара-кондитера, однако юноша не только пироги печет, но и поет хорошо. За 2 месяца студент успел познакомиться с новым местом обучения. Привык, да, ко всему. Колледж вообще очень хороший. То, что относится к выступлению ребят, вообще очень все отлично, классно. Стереотип о том, что ребята, поступившие в колледж, как правило, в школе не слишком успевали, развеяли педагоги. Они отмечают, наметилась новая тенденция, а студентов с хорошим школьным аттестатом стало значительно больше. Ребята, которые хорошо учатся, идут в колледж. Объясняют они мне так. Мы хотим получить профессию. У нас будет среднее специальное образование. Мы будем работать, а учиться заочно. Набор в колледж осуществлялся по 17 специальностям. В первый год обучения студенты не погружаются в профессию. Сейчас у первокурсников больше общеобразовательных предметов. И поэтому многие из них невольно сравнивают учебу в новом месте со школой. Мне нравится, как здесь преподносят образование и как относятся к студентам. Не как к маленьким детям, а как уже взрослым состоявшимся людям. Ребята стали студентами, и впереди у них 4 года обучения, после которых они получат не только профессию, но и важный жизненный опыт. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.